Всем привет, друзья и гости канала! А мы с вами приехали прогуляться по Ашану. Здесь теперь у входа не растения, а новогодние товары. Растения посчитали менее актуальными. Отнесли чуть-чуть дальше, но они очень актуальны для нас с вами, друзья. Здесь цикламены. Наверху сейчас все рассмотрим. 360 рублей. 351 гербера. Вот такие красные яркие цветочки. Вот это бальзамин. 363 рубля. Вот он. Вот цветочки крупным планом. Яркие, махровые, пышные. Бальзамин. Гербера чуть дальше. Это еще бальзамин. Вот еще гербера. Это уже цикламены, свежие, яркие. Цикламены 360. Бегонии. Вот этот цвет как будто с открытки. Очень красивые цветочки. 351. Снова бальзамины. Очень яркие цветочки. Необыкновенные сорта. А здесь еще есть вот такая стойка. Двухуровневая. Сейчас все рассмотрим, что тут есть. Завезли вот такие миниатюрные букетики просто. Каланхоэ. 134 рубля. Вот здесь упакованы даже. Такая милота. Крошки, букеты. Вот. Взял, подарил, долго будет радовать. А почему не порадовать девушку за 134 рубля? Декабристы уже подразобрали. В прошлый раз было больше. 288 рублей. 302 рубля. Спатифилумы. Женское счастье. Они же миниатюрные кустики. Здесь уценка, распродажа. Фаленопсисы, орхидеи по 199 рублей. Орхидейки без цветочков. Пеперомии 79, 133, шифлера 282. Смотрите, тут есть варигатная форма с желтыми вкраплениями, желтыми пятнами, красивая очень. Красулы совсем недорого, 79 рублей. С хорошей-хорошей скидкой. Молодцы, в Ашане всегда делают тут ценочки. Фитонии, диффенбахи. Вот эти каланхоэ такие интересные. Рябушки, курочки-рябушки. Каланхоэ 149. Эти растения 253, просто микс. Пеперомии 79, справа хлорофитум бомбина, крошки-пеперошки, антуриумы, желтые, красные вижу, алые, прям яркие-яркие, 719, и снова растения в миксе. Пеперомии вижу, какие-то папоротнички маленькие, дизиготеки. Перемещаемся повыше. Перец 231. Декоративные ягодки. Смотрите, какие нарядные бусинки. И есть действительно перчики. Кофе 371. 346 разные. Здесь крошки, фаленопсисы, мини. Очень симпатичные. Вот, смотрите, такую крошечку взять и поставить. Цветочки немножко увядшие, зато какие корни. Поливают, ухаживают, молодцы. А вот какая красавица. Самая крупная из мини. И еще и в горшке красивом 516.
486 без красивого горшка, 149 хризантемки, это уже хорошая-хорошая уценка, 79 пеларгония тоже по уценке. Вот какие красавицы. Цветы варигатные, с полосками, необыкновенные, красивые, нарядные. Хризантема 659. Фиалочки в упаковочных обертках. Тоже нарядные букетики. 323. Ну вот растение. Интересное, но ценник. Фикус. Это, конечно, не фикус. Скорее всего, это саланум 149. А фикусы по 514. Вот эти. Эластика. Женское счастье. Цветы необычные. Смотрите, с прожилочкой. Не просто белое покрывало. Необычное. 219 рублей. 199 распродажа розочек. Фикусы, спатифилумы. Тут маленькие папоротники по очень хорошей цене. 99 рублей. Змеокулька с идроцены. Эти всегда хорошо выглядят. Растения крепкие, живучие. Пелея 149. Шифлера 337. Антуриум и змеокулькас. Антуриум по хорошей скидке 199 рублей, потому что без цветочков. Змеокулька 437, хамидорейки, зеленые, веселые, бодрые, 296 рублей, 429 фикус, эластика, здесь небольшие кустики, и это гордения 450, 478, азалии, разные цвета. Розовые, малиновые, белые, даже пестрые. Орхидейки. Орхидейки на каскаде. Как только ставят вот эту опору в форме каскада, так ценник сразу взлетает до небес. Смотрите, какая красотка. Необыкновенная, она меня просто заворожила. Но корни у нее катастрофа. Может быть, пересушены, потом подпорчены. В общем, такая красота за 1200, но нет. Нет. А здесь орхидейки уже с уценкой. Молодцы. Вот, 1228 цена на верхнюю орхидею. Вот эти на каскаде. Вот розовая мерцает, смотрите, она под вспышкой прям мерцает. 667 и 299, которые по уценочке. Здесь бегошки 337, 908, орхидея дендробиум. Шикарные, свежие цветы. Вот каждый прекрасен, каждый вообще. Просто цветы невесты. Друзья, мы с вами на этом закруглимся, чтобы не делать длинное видео. И продолжение вы увидите в следующей части уже завтра. И на сегодня пока-пока. Благодарю за внимание, за вашу дружбу и лайки. До скорых встреч!